Всем привет, меня зовут Дарья Ядерная, я куратор совместной MBA-программы МГИМО Британской высшей школы дизайна, менеджмент в индустрии моды. Также в британке я преподаю на некоторых других программах, например, дизайне одежды и ювелирном дизайне. Но сегодня я хочу вам рассказать о нашей британской программе. Это программа бакалавриата по маркетингу. В рамках этой программы я преподаю несколько дисциплин, каждая из которых находится на стыке математики и маркетинга. И уникальность британской программы, британского в принципе подхода заключается в том, что в отличие от фундаментального российского образования, мы не будем с вами тратить большое количество времени на изучение общетеоретических экономических дисциплин, которые очень непосредственно влияют на бизнес и управление компанией, а сфокусируемся на том, как эти аспекты, экономические, математические, статистические методы влияют на то, каким образом маркетологи строят свою работу каждый день, каким образом они интегрированы в бизнес-процессы компании и, самое главное, как это влияет на прибыльность бизнеса. Это как раз задача моих модулей, на которых мы с вами будем встречаться. Мы будем говорить о том, как математика, статистические методы и методы экономического прогнозирования помогают маркетологам правильно формулировать бюджеты, понимать эффективность различных методов коммуникации, в том числе и современных методов коммуникации, включая цифровые методы, включая продвижение через социальные сети, включая все вот эти новые инструменты, такие как, например, нативное продвижение, использование сторителлинга, партизанского маркетинга и так далее. Попытаемся это все обратить в цифры и понять, каким же образом математика и конкретно наш любимый Excel могут помочь маркетологу и стать его каждодневным инструментом для принятия решений, для того, чтобы получать бюджетирование, но самое главное, для того, чтобы в конечном итоге повышать коммерческую эффективность компании. И в следующих семестрах мы с вами встретимся на предметах под названием макро- и микроэкономика, и это тоже будет совершенно не то, что вы могли бы ожидать, обучаясь в российском вузе, это чисто британский прикладной подход к тому, каким образом принимаются решения, что такое спрос и предложение, каким образом различные рыночные структуры ведут себя на рынке, как принимают решения, и как человеку, который хотел бы построить карьеру в маркетинге или бренд-менеджменте, использовать эти данные о внешней и внутренней среде компании для того, чтобы принимать правильные решения, встроенные в структуру уже всех бизнес-процессов компании. Ну и, наконец, на более высоких уровнях мы с вами будем также разговаривать о том, что такое потребительское поведение, каким образом изучается потребитель, что нам необходимо о нем знать, как правильно выстраивать взаимодействие с клиентом и так далее. Ведь маркетинг – это очень интересная синтетическая дисциплина, которая, по сути своей, формируется набором практических навыков, которые опираются на то, чтобы как пазл собрать в себя все процессы, которые происходят в компании. И планирование, и сбыт, и разработку продукта, изучение потребителя – это и психология, и социальные явления, и экономика, и математика, и в конечном итоге это все, что формируется одним большим словом «бизнес». И, наверное, пожалуй, в этом абсолютно уникальность той программы, на которую мы вас приглашаем. Это тот самый подход западного образования, который не учит вас навыкам, которые вы не сможете использовать, но потом сможете когда-нибудь где-то похвастаться, возможно, чисто теоретически. А это именно те навыки, которые позволят вам с первого дня прийти в корпорацию и понимать, каким образом она устроена, какой вклад вносите конкретно вы, чем вы можете помочь. И самое главное, в конечном итоге, как сделать потребителя счастливым. Ну и все это, конечно, с использованием новейших технологий, а также самых современных подходов к преподаванию. Ну и, наконец, немаловажный вопрос, наверное, это этика обучения, этика взаимодействия со студентами, которая, наверное, в западных вузах создает, пожалуй, самую благожелательную и интересную атмосферу. Мы с вами, по сути, не партнеры, которые пойдем рука за руку и будем друг друга сопровождать в построении вашей карьеры и в том, какие новые знания, новые навыки, новые вызовы нужны. Будем учиться друг у друга, мы позволим вам приобщиться к той массе экспертизы и знаний, которое накоплено уже не только Британской высшей школой дизайна, но и университетом Хартфордшира, франшизу которого мы здесь представляем, а вы позвольте нам получить ту локальную экспертизу рынка, которую вы получаете из первых уст на своих рабочих местах. Таким образом, мы, по сути, с вами создадим некий уникальный симбиоз, современный продукт, который, с одной стороны, будет фундаментальным образованием, подкрепленным одним из наиболее престижных дипломов современности, к тому же признаваемым за рубежом, а с другой стороны, сможем туда наслоить все те практические навыки, которые нужны специалистам именно сегодня и позволят вам всегда чувствовать себя актуальными, востребованными, креативными, ну и при этом, конечно же, с долей предпринимательского задора, без которого, в принципе, невозможно, наверное, существование в таком креативном пространстве, как британская высшая школа дизайна. Но поскольку все это будет на английском, то, в общем, прямая дорога нам, наверное, отсюда в международные корпорации, возможности построить свой бизнес, который будет взаимодействовать со всеми странами мира, много путешествовать, узнавать много о других культурах, приобщаться к новым навыкам, новейшей литературе, методам и инструментам. По сути, это такая маленькая дверь в безграничный мир, которая открывается для вас, ну, наверное, вот прямо сейчас, когда вы смотрите это видео. Мы вас все очень ждем, потому что именно вы, по сути, те, кто делают каждую из наших программ интересной, уникальной, востребованной, классной, и позволяет развиваться не только вам, но и нам. Приходите учиться в Британскую высшую школу дизайна.